Доброе утро из машины. Смотрите, как все замерзло. Смотрите, лобовое. Да, заморозки. Заморозки. Это мы там. Максима в школу сейчас везу. Холодно. Сейчас сели, вон там уже чуть-чуть прогревается. Привет. Зима. Всем привет, привет еще раз. Намулевала губы сегодня. Ну и что вы думаете? Нам же в магазин идти. Вот как мне теперь сейчас маску одевать? Я не знаю. Придется мне маску потом стирать. Для кого накрасила губище? А, черти что, сейчас измажется. Ой, блин. Ну, стираешь. Вот так вот. Так стирала. Ладно, постараемся как-то вот так вот, чтобы не прислонялась сильно. Стерлась, нет? Вроде нет. Так, ладненько. Заехали в хозяйственный магазин. Пошли. Максим. Всем доброе утро. А я собираюсь, ребята. Достала чемодан. В этот раз мы поедем с чемоданом. Он маленький, у меня компактный. Сегодня выезжаем. Вечером поезд у нас. И завтра утром мы уже будем в Москве. Вот. В общем, первый раз будет проходить чемпионат России без зрителей. И я, короче, танцы заснять не смогу. Там поставили экраны, повесили, точнее. Или поставили, не знаю уже, как правильно. Немножко, конечно, расстроены. Но из-за мер предосторожности, из-за ковида, такие ограничительные меры сделали. То есть родители будут сидеть там, скамейки поставили. Поставили эти мониторы, экраны, что можно следить. А дети пойдут сами туда, на площадку. На площадку родители не пустят. И я очень надеюсь на то, что пустят тренера туда. Ну, я думаю, что должны пустить, потому что хотя бы, чтобы он их проконтролировал, эти все заходы, выходы. Вот. В общем, вот так вот. Буду снимать экран телевизора вам. Можно онлайн, конечно, смотреть. Ну, кому интересно, тот будет смотреть, я знаю. Вот. Трансляция будет вестись. Короче, вот так вот. А я сейчас быстро все сложу самое необходимое в чемодан, чтобы потом уже точно этого не забыть. Это первое, что это для прически Максиму, костюм, туфли и его паспорт. Вот. Это самое главное. Все остальное ерунда. Ну, документы, соответственно. Вот. Так что, ребята, буду собираться потихоньку. Ребята, опять начинаю запись с машины. Прошу прощения. Мы уже... Точнее, я уже все собрала дома. Сейчас привезла Максима на тренировку в город. И жду его. Он должен сейчас уже закончить. Едем чем быстрее домой, потому что у нас буквально будет час для того, чтобы... До того времени, чтобы выехать из дома. Я его накормлю, я его еще успела искупать сегодня, мы выезжаем на поезд. Вот. И я что хотела вам сказать. Я сегодня, меня так целый день колбасит. Я так переживаю почему-то, не знаю. Я так вот до этого, так вот, ну, чтобы сильно переживать, я и не переживала. Ну, ехали на турнир, а сегодня меня прям просто... Со вчерашнего дня смотрю трансляции. Вчера взрослых смотрели, точнее, молодежь. Сегодня дети один. Меня вот так вот, меня как, короче, как будто я там на паркете. Вот, телепает что-то маленькое. И, конечно, я очень-очень расстроена из-за того, что родителям нельзя присутствовать на площадках. Там будут стоять эти, висеть мониторы. Смотреть мы в мониторы без музыки.
Я, скорее всего, телефон включу, буду через YouTube смотреть трансляцию. Там хоть можно со звуком смотреть. Короче, вообще. И мне даже не поснимать, вообще не поснимать танцы. Ну, знаете, это, конечно, лучше, чем нежели бы вообще отменили, правильно? Вот, поэтому будем уже принимать так, как есть. Ой, ребята, что-то у меня какой-то мандраж. Я не знаю, я сегодня не ела ничего. Утром, правда, встала и разогрела себе борщ. Поела борща без хлеба, без всего, и то не доела. Выпила кофе холодный, потому что я даже забыла, что я себе заварила кофе. И все. И я за целый день больше ничего не ела. И не хочу. Что-то как-то дуристика какая-то. Сейчас жду Максима. Должны их уже отпустить. Настю эта бабушка повезет на прическу. И ей делать будут здесь. И потом сразу привезет ее на вокзал. Жду Максима, должен уже выйти. Ладно, ребята, держите за нас кулачки. Вот, мы поехали, с Богом. На Россию. Короче, вот. Поделилась я с вами маленько своими ощущениями. Я не знаю, почему меня так телепает. Скорее всего, с первого тура сразу вылетим. Но просто как-то, не знаю. Я не знаю. В общем, как-то сама не своя. Ладненько, ребятулечки. Все, буду с вами прощаться. До новых встреч. Что смогу, то поснимаю. Вот. Буду. Я не знаю, если я не успокоюсь, завтра я вообще, как я выдержу все это. Я, знаете, больше всего переживаю, когда ты ждешь этих результатов. Уже если вылетели, то вылетели, уже все там, вылетели, ладно, все, можно расслабиться. А когда ты, блин, вот это вот ожидание результатов, больше всего ты переживаешь. В общем, ладно, все, всем пока-пока, всех люблю, всех целую. Мы поехали. До новых встреч. Всем пока-пока.